Приветствую всех вас, мои дорогие друзья! Уверена, многие из вас уже успели обратить свое внимание на то, что комиссия за транзакции растет день ото дня, снижая при этом не только мобильность криптовалют, но и подрывая весь общий интерес к ним. Ведь люди, которые уже крутятся в этой сфере, всегда хотят иметь у себя под рукой надежные финансовые инструменты, которые, собственно говоря, должны соответствовать не одному пункту требований. А именно быть простыми, быстрыми, безопасными и, конечно же, низкими на комиссионные издержки. И как вы уже поняли, речь в этом выпуске пойдет как раз именно о таком решении, которое называется Bulls. Стоит отметить, что Bulls – это инвестиционный токен платформы Waves, который обладает всеми преимуществами блокчейна Waves, в том числе высокой скоростью сети, которая, я напомню, составляет аж 1000 транзакций в секунду. Но почему разработчики Bulls выбрали блокчейн Waves? На самом деле все просто, ведь, как я уже сказала, благодаря высокой скорости сети владельцы Bulls смогут выполнять транзакции без каких-либо задержек, характерных для других систем блокчейн. При этом благодаря открытому исходному коду данного блокчейна экосистема Waves постоянно обновляется и развивается, создавая уникальное эффективное пространство для процветания Bulls. А ведь это и является основной задачей токена Bulls – приносить прибыль своим инвесторам и держателям, с которой команда разработчиков уверенно, шаг за шагом, постепенно справляется. О чем, собственно говоря, символизирует успешный листинг на таких торговых платформах, как IndoX и CoinsBit. Но и это далеко не все, так как согласно дорожной карте проекта, первый квартал 2021 года посвящен расширению партнерских взаимоотношений с другими биржами. Поэтому, чтобы не упустить какие-либо новостные события, связанные с развитием Bulls, обязательно присоединяйтесь к их официальному телеграм-чату или к другим удобным вам социальным сетям, где регулярно анонсируются все самые свежие события. Кстати, стоит отметить, что токен Bulls также добавлен на такие информационные порталы, как CoinMarketCap, CoinGecko и CoinPaprika, так что имейте это в виду. Что же касается токеномики проекта, то благодаря своему ограниченному предложению и сбалансированности цены, экосистема Bulls намерена стать ключом к устойчивости, который как раз многие пользователи и ищут. Как видите, общий объем Bulls составит всего лишь 6 миллионов токенов, из которых 3,5 миллиона были выделены для предварительных продаж, 1 миллион на airdrop, еще 500 тысяч токенов выделено для команды и ранних инвесторов, а оставшийся миллион заблокирован на целый год. Сделано же это с целью поддержания стоимости цены токена Bulls и для дальнейшего развития всего проекта, что я считаю весьма логичным действием. Ведь планы по развитию у Bulls не маленькие, и если сейчас они больше нацелены, как я уже сказала, на расширение своих партнерских взаимоотношений, то начиная со второго квартала 2021 года вы как пользователь уже сможете отправить свои имеющиеся токены Bulls в стейкинг и получать с этого дополнительный пассивный доход. В третьем же квартале 2021 года разработчики начнут создавать свои децентрализованные приложения на базе Bulls. Плюс на четвертый квартал этого же года запланирована еще и публикация своего Bulls кошелька. Не знаю, как вы, а я впечатлена. Тем более, что на этом они тоже не остановятся, так как планов на развитие у них много. Поэтому в 2022 году нас ждет еще и запуск собственной децентрализованной биржи и много чего другого. Одним словом, токену Bulls будет чем вас удивить, поэтому купивший его инвестор уже прямо сейчас сделает правильный выбор и войдут в новую эру криптовалют с цифровыми активами следующего поколения. Более же подробную информацию о Bulls вы сможете получить в описании под этим видео. А пока всем спасибо за внимание и до скорых встреч!